Сфера здравоохранения в Одинцовском округе продолжает активно развиваться. Капитальный ремонт звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы и приемного отделения хирургического корпуса подходит к концу. У нас также строятся три новых объекта здравоохранения. В Савинской Слободе мы в этом году сдадим современный и просторный офис врача общей практики. В Одинцово по плану до конца года построить центр диспансеризации на 60 тысяч единиц. И в 2023 году, в первом квартале, мы планируем открыть долгожданную поликлинику в Ромашково. Кроме того, уже в августе начнет работу Акуловская амбулатория. По словам Андрея Иванова, Одинцовский округ сегодня занимает лидирующую позицию в Подмосковье по здравоохранению. К работе привлекают высокопрофессиональных медработников, продолжают модернизацию учреждений и закупку современного оборудования. Ведь планку нужно держать. Эмилия Реклян, телекомпания «Одинцова».